Старое пианино стало причиной спора между соседями. К разрешению конфликта жители района привлекли коммунальщиков, ЖКС и судебных приставов. Этот интеллигентный мужчина, по словам жителей дома, злостный нарушитель порядка. Выкручивает лампочки в коридоре, угрожает жильцам, а по ночам выдает звучные партии. Неправда, не играю. Пианино, правда, не закрыто. Это провокационные действия. В данный момент я специально слушаю, чтобы никто не играл. Там закрывается на замок, но в данный момент не играю. Да, играем, мы будем играть в положенное время. С 2007 года мы обращались в наш жилкомсервис по поводу этого безобразия. Подписывали заявление все соседи. В МЧС жители обратились не случайно. Пианино и шкаф их беспокойный сосед предпочитает хранить в коридоре, то есть в месте общего пользования. А это грубое нарушение правил противопожарной безопасности. Ввиду того, что все эти требования, неоднократные, подчеркну этот вопрос, были проигнорированы, соответственно, управляющая компания подала исковые заявления. Эти исковые требования были удовлетворены, и поэтому сейчас уже за работу возьмутся судебные приставы и исполнители, которые в принудительном порядке будут выносить эту мебель. В ожидании судебных приставов обстановка накаляется до предела. Соседи, кажется, вспомнили друг другу все старые обиды. Прекрати! Прекрати! Вот видите следы от яиц. Здесь все было забросано его мусором. Вот видите подтеки. Все обвинения в свой адрес мужчина отрицает и обвиняет соседей в клевете. Тем не менее, с приходом судебных приставов решает подчиниться и занести вещи в свою квартиру. Впрочем, относительной тишиной жители этого этажа наслаждались недолго. По сообщениям соседей, старое пианино вернулось на прежнее место сразу после ухода приставов.